Раз, два, три. Всем привет, друзья, на связи SLT Fight News. Мы все еще в Минске на бойцовском шоу «Ахмат». И посмотрите, кого мы встретили. Петр Романкевич. Следим за его выступлениями, болеем, постоянно постим. Мы очень рады его победам. Привет, Петь. Добрый день. Ну, начнем. Хотелось задать вопрос про промоушен DSF Kickboxing. Хотелось пошутить в плане того, что когда они поймут, что уже навсегда надо ставить себе пояс. Ну, мы третий раз будем его сейчас защищать. Да. Этот промоушен, хочу сказать, ту-ту-ту развивается очень сильно. Соперников не тоже подбирают не из легких. Вот. И сейчас моим соперником станет обратно же поляк Томаш Сарара. Расскажи немножечко, как ты готовишься к этому поединку? Готов ли ты? Ну, вот эти нюансы. На самом деле сейчас готов на все 100%, потому что надо пояс оставлять по-любому у себя. Вот. Сейчас к нам на сборы приехал парень с России, дагестанец, который дерется в ICB, помогает мне готовиться, я ему тоже помогаю готовиться, он будет драться в конце декабря на каком-то российском промоушене, вернее. Вот. Так что подходим в отличной форме, режим, все как положено. Давай тогда второй вопрос. Мы сейчас находимся на бойцовском шоу «Ахмат». Если бы не надо было на DSF, выступил бы здесь? У меня поступали предложения от Забита Самедова выступить на этом промоушене. Соперником моим мог бы стать Фредди Кимайо. Вот. Но, к сожалению, неделя до боя. И если бы мне было лет 20, то я бы еще где-то еще подумал. Но как-то уже боец не молодой, тем более и Фредди Кимайо не простой соперник. Mm-hmm. Поэтому надо выбирать что-то одно. Я понял. Ну, ничего. Я уверен, что Ахмат Кикбоксинг проведет еще не один турнир, и обязательно мы увидим тебя там. Дай бог. Ну, тогда давай еще немножечко расскажи. Прошла добрая половина турнира. Может быть, что-то запомнился, какой-то поединок, и за кого ты пришел сюда болеть? Ну, сегодня список боев очень насыщенный. Будем болеть, конечно, за белорусов наших. Вот. Будет прославлен наш Забит биться, Дима Валент. Вот. Все бои насыщенные. Был уже первый нокаут. Белорусы поддерживают, это радует. Вот. И будем надеяться, что только все впереди еще. Конечно. На самом деле очень много людей собралось, и это не может не радовать. Ну, в целом и в общем, подытожим и завершим наше интервью. Не будем отрывать Петра от просмотра прекрасных боев. Спасибо, Петр. Спасибо вам.